Елизавета Торопова приехала в Рязань из Смоленска. Она автор проекта о создании мемориального комплекса в своей родной деревне. Елизавета хочет облагородить место, где раньше находился бывший концентрационный лагерь в деревне Торопова. И на молодежном форуме «Наука побеждать» ей дали вектор развития проекта. Очень у нас хорошие спикеры, и те лекции, которые они посвятили для нас, мне дали толчок. Я поняла, как разобрать в общую структуру, как правильно заложить смету, и я понимаю, в каком направлении нужно двигаться и какие ошибки не стоит совершать. Молодежный форум «Наука побеждать» проводится в шестой раз. Активисты, волонтеры, работники библиотек и учебных заведений приехали в Рязань из 11 регионов. Здесь опытные эксперты расскажут юношам и девушкам, как довести свой проект от идеи до реализации. Молодежь, работающая в библиотеках, в учебных заведениях, придумала этот проект для молодежи. И мы поддержали всячески эту идею провести силами молодых, опираясь на их запросы. Каждый день форума посвящен конкретной исторической личности или юбилейной дате. 7 апреля – день Александра Невского. Помимо лекций об известном полководце, ребят ждут выставки, выступления спикеров на другие темы и, что самое важное, обмен опытом. Форум в основном это площадка познакомиться, объединиться для общих идей. И мне кажется, это как раз таки удалось объединить людей из разных регионов для реализации чего-то общего, интересного и нового. Финальный день посвящен 80-летию со дня освобождения городов Скопин и Михайлов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».